Наконец-то, бля! Сейчас остынь подруга. Блин, сейчас стрим играет. Надеюсь, Камчаса нет. Блин, забыл, в Камчас бы не шел. Сейчас что-то не лагало. Так сейчас все равно лагает, даже очень. Ёбаный. Это вообще точно САП 2022? Точно? Где у них этот самый? Сэнс. А, все понял. Тут надо быть аккуратнее. Молодой человек, вам бы перил поставить. Потом, конечно. Слиться можно. О, привет. Как дела? Нормально. Тоже пришел из-за этого? Или... Чего? Тоже пришел из-за этого? Нет, 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 тут проводить. Да, да, тоже из-за этого. Блин, просто все падают и все. Что тут? А тут какие-то топливные стержни. Это новый ЧС, блин. Нихера себе. Так, о, что делать? Что? Здравствуйте. Нет, нет. Может, у меня дыхание. Я застрял, помогите. Опять живушка, да? Реально опять живушка. Со мной что-то не так, я застрял в этой клетке. Да, тебе не похуй. Ой. Не похуй должна быть. У меня очень сложная ситуация. Это... Помогите. Тут да это как? Не надо. Пока. Здорово, о, привет! Бро. Привет! Какими судьбами, блядь, здесь? Не знаю, стрима в стиме. Я, блядь, в клетке застрял! Дайте мне цианида. Тебе помочь? Помочь? Братан, пошли дрынду это бесить. Он меня в своем это, магазине... В каком проекте в самп играл Резус? Да и не ебу, блядь, сам говно. Да, один лайк остался до ролика. Привет. Здорово. Давно хотел узнать, что у тебя по железу в ПК. Всегда такая плавность у видосы твои. И что за микрофон, кстати? Микрофон Rode NT1, а компьютер, ну там много комплектующих. У меня в Дискорде там все написано. В техническом канале. Сука, и почему ты такой блядь, злой все время? Ебень ты нахуй. Ну я не злой. Да хотя не, я злой, наверное, сейчас. Блядь. Меня просто эрдемит. А я не знаю, что такое МБ. Амбрелла? Нет, сказал. Туда не пойду. Куда, блядь, стоять? Не сегодня. На, блядь. Куда пошел, блядь, иди да просто посмотри, что вокруг происходит. Да мне какой-то долбоеб доебался. Как я могу быть добрым, блядь? Да я... А, че меня застопили? А кто это построил, блядь? Что это за хуесос это сделал, блядь? Да это я сделал, это я сделал. Я случайно тыкнул. Чё ты, блядь, здесь стоишь, нахуй, а? Тебе здесь разрешено стоять, да нахуй? Да иди в жопу, младенец. Да, ага, конечно, блядь, сам-то... Сам у меня мне что лучше, создает блядь. Скриптовые ошибки? О, радио. О, подожди. Дрына, блядь, иди нахуй отсюда. А
Одни школьники от тебя пришли, блядь. А где ты? Я иду, короче, сектор. Я иду. Здравствуйте! Здравствуйте, мистер Джеймс. Джеймс, помните, как вы в своем магазине, там у вас какой-то видюхи нетбол, вот я вспомню. Помните, как вы там в своей комнате? Да съебись ты нахуй, сука! Пошел нахуй отсюда! Ладно, ладно, чё? Так, 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 продержите свой рот, пожалуйста. Прошу меня произнести за дерзость, но можно узнать, что здесь будет? Это какая-то радиовышка или электростанция, похоже. Блядь. Чего случился? Чего тут нахуй происходит? Будем чипировать население. А тут легко разбиться, кстати. Ай, блядь! Еще сложно разбиться. Рулетку. Чат требует рулетку. Сейчас будет рулетка. Какой чат? Вы ёбнулись? Так, ладно, это потом. Рулетка, да. Все забыл. Она что-то уже. Ба-бам. Поставь случайный проб на улице. Ну, это... Да, кто такой дрында? О нет, Джеймса убили! Полиция! Куда проб поставить? Давай сюда. Пустые. У меня сейчас лагало. Ты вообще здесь? Ого, что это? Я не знаю, просто уйди от нас сюда. Это какой-то инопланетный остров, что учил отойти. Пошли, двинем на вышку Джеймса. Нет, я пошел к мэру. А, ну хорошо, давай. Я хочу вести свет. Добавим деталей. Надо как-то эту вышку, знаете, обгородить пробами какими-то, чтобы она красивее смотрелась. I require your assistance. Вышка смерти. Громадина какой-то. Можешь не кидать. А их даже зомбировать не надо, я сейчас просто на вышку заберусь, они все заберутся вместе со мной, я прыгну, и они прыгнут, да? Как в Титанике. Ты прыгнешь, Джек, и я прыгну. Видимо, у него свои эти... дела. Вот еда вообще-то. Почему у тебя русская и в нике по-английски? Ебать, человек в маске лисы! Что? Что случилось в твоей жизни, что ты решил стать зверем? Хороший голос, это самый скин из смешариков. Сзади! Летающая шляпа! Летающая шляпа, помоги! Что это такое? Фишки, блин. Соберите, пожалуйста. Ура, на Россию, на Москву, на Москву. Чё, в вышку стрелять будете? На Москву, на Москву. На вышку. Поехали бомбить Кремль. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой!
гомофоба, я ебал. У тебя такое низкополигональное ебало, мне аж тошно. Объективно. Поняли? Блять, а может ты застрял? Туда. Эй, недомобилизированные, не выёбываемся! Иначе я вас попущу на сало, как ваших отцов. Ой. Лорд, ты чё такой агрессивный? Не мешайте, извиняемся. У него очень сложная, серьезная работа. У него очень сложная, серьезная работа. Прям очень серьезная. О, я первую зарплату получил 50 рублей. Зарплата за гражданина? Это что, тебе за Россия момент? Ой, это такая профессия есть, блядь, не выёбывайся! Даже безработные могут зарабатывать, это да. Шо, что за хуй такое? У нас, блин, на еврей, помоги! Я на еврей! Парки! Да дайте, блядь, ты! Это аквапарк! Аквапарк, да! Он из тюрьма, ты это аквапарк. О, мистер Джин! Это аквапарк! Да он! Не, убирайте, убирайте вот это дерьмо, убирайте! Это людьми принято, они хотят. Это нужно Всё, поехали. Ну ладно. Парни, эти 5G волны воздействуют на ваши мозги. Вопрос, какой ты стал падать. Это не их, это падать. Да я за твой смысл упал. Это парень, мне, кстати, только что кто-то тазером ударил. Спасибо большое. Бейте, Джеймс. Ладно, пацаны. Давайте все же поддадимся влиянию 5G. От этого не уйти. Давай. Ура, судьба. Каникулы, всем пока! Давай, Ник! Давай, пока, давай, пока! Пока! Все, бегайте, давай!